Всем доброго времени суток. Мы продолжаем снимать серию про приключения нашего отважного астронавта. И по зрелым размышлениям я решил немножко его переместить, потому что вот этого топлива ему не хватит ни на что. А ракета, собственно, удерживается только системой САС на этом склоне. Поэтому... мы чуть-чуть переместимся в сторону вон той равнины. Но не то, чтобы это была прям равнина. Но всяко лучше, чем то, куда мы сейчас сели. Так, ретрогрейд. Ух ты, как тебе. Какой-то склон кратера, где мы приземлились. Очень неровная территория. Ну, тут, собственно, тоже не подарок, но всяко получше. Как раз спалим остатки топлива. Ну, может, не все. Да, не все. По Луне можно шарахаться на этих 20 килограммах. Где угодно. А что ты будешь делать? Опять наклон. Так, ты уже в разгон пошел. Надо в конструкцию закладывать, чтобы лавки дальше от корпуса отстояли. Это слишком близко. Ага, вот тень. Бум. Сейчас. Все. Вот это твердая посадка. Ох, тебя шатает. Так. Сейчас. Ай, куда ж ты? Дубль 2. Так, сначала помягче САС переключим. Нет, вот так. Отключаю. И включись. Включаю. Да что ж ты будешь делать? Топлива сейчас уже не хватит. И 6 килограмм. Чудом, чудом выжил. Ну, эти. Стоять. Не меняется. Так, ладно. Эти. Я все равно тебя поймаю.
Ты ведь... Ты у меня впадешь на гироскопы. Так. Чего она качается? На сопли, что ли? Поймаю. А? А? Все? А? Стоим? У меня почему-то ощущение, что вот одна лапа висит в воздухе. Это вот. Включается опять. Это же зараза. На 2 метра. Ух! Замри. Где тут, собственно, вертикаль? Я даже боюсь Жебеда его выпускать из этой ракеты, потому что она сейчас шмякнется и все. Ну. Все. Ой, это такой наклон. Нет, ну что ты будешь делать, а? Стоять. Туда попробовать перелететь может. Сейчас он как вылезет, как все это упадет. Ну попробуем. Оп. Все. Все хорошо. Прекрасно. Ну что ж, раз все хорошо. Ступим. Гу. Исследование. Да, вот хорошая разница. А между тем, Джебеда я здесь навсегда. Нет, ну не навсегда, конечно. Мы его спасем. Так, crew report. Вот crew report его хочешь передавай, хочешь не передавай. Без разницы. Ай, ракету не трогай. Бум. Давай. Робинзон. Ему даже картошку не светит выращивать. Но развернул флаг. Кусочек земли. 120 очков. И все это не передать. Я не смогу это заправить. Так. Ну что, попробуем. Это куда ты? А, что я? Оп. Ты ракету-то не роняй.
Я боюсь, он сейчас в ракету впилится. Все. Оп. О. Ракета между тем шаталась. Ракета у нас проблемы. У нас не очень. Ом. Ракетка-то у нас чахленькая. Ай. 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 Оу. О, стой. Пусть он шататься перестанет. О, ура. Я внутри. Вот так оно и выглядит. Ну что ж, подождем, пока Мунав вернется. Ай, к земле другой стороны. Чуть-чуть крутит так. Прошло 19 дней. Я что, сел на обратную сторону? Беда и не светит. Связаться с землей никогда. Какой кошмар. Он сел на обратную сторону Муны. Прошел месяц. Между тем, на Кербине. Господа, у нас проблемы. Мы потеряли космонавта. Что у нас? И отвезти. Космоса берем. Спасти. Ну, своего спасти. Так, отлично. Есть ли у меня что-нибудь эдакое? Проба есть. К1. Ты кто? Знакомая штука. Ага. Это, по-моему, то, что у нас летало к Муне. Так вот, это нафиг не надо. Ноги тоже нафиг. Вот так. Термометр. Один сюда. Будешь у нас данные передавать. У нас там есть требования. Данные с орбиты Муны. Вот оно и будет. Данными с орбиты Муны. Вот как-то так.
15 тысяч. Нормально. На запуск. Темной-темной ночью. Стартовала миссия спасения. Но не то, что спасение. Установка связи. А, я рано. Рано. Это тот самый корабль, который благополучно разбился на Муне. Так, ты не падай, не падай. Вращаться не надо. Не надо вращаться. Уж тебя так прет-то. Держись. Интересно, какой-то движок. Юль, все хорошо. Значит, наклон. Ух, что-то я это. Слишком верю в этого робота. Вот это разогнались на все деньги. Наступлем. Но у нас еще. У нас еще одна ступень минимум. Ему не надо садиться никуда. Так что вперед. Боливар. Ух, Сьюлер сгоняет хорошо. Надо изменить конструкцию корабля. Того, который полетит спасать. Джебедаю. Что у нас? О, еще один такой же. Ух. Вот эта конструкция. Как идет. Красота же. Правда, кораблик легкий. Но все равно. Вот это разгон. Да. Я САС выключил. Ага. И разгоняюсь. Так, отлично. Все, орбита поднимается. Стоять. Прицеливаемся. Где-то вот тут это будет. Оп. Чуть наклонена орбита. О, это даже ничуть. Ну, а вы захватит. Но, в принципе, все равно какую-то траекторию вокруг Муны выйти. Да, 800 метров набрать. Лететь.
Удачи. Перестарался. САС гасим. Ну что, еще оборот. Включайся. Где-то здесь. Дубль 2. Так. Лишний оборот. Жалко, нельзя канистрами донести это топливо, заправить ракету. Так, сейчас бы это топливо быстро закинул. Ну, облегченный корабль без лаборатории долетит довольно бодренько туда. Так, чуть ускоримся. 15 секунд за 10 нормально. Так, САС. Корабль готов. О, уже. Уже давно пора. Так. Момент. Последняя ступень. Красота. Робот сработал лучше Джедай. Аккуратнее. Всего 1,3 метра расхождения по орбите. Варп. Ну, 50 килограмм. Кораблик легенький. Сейчас затормозимся. Если связи хватит. Что-то как-то медленно. Ну. Отлично. Пожалуй, выпущу я антенну. Робот, ты где тут? А, вот он ты. Просто с темной стороны я к тебе зашел. Подвигаем. Ну, вот так вот. Полная связь. Варп. И торможение. Собственно, любая орбита будет уже победой. А мы, кстати, узнаем, возможно ли здесь ретрансляция сигнала. Есть. Оп. Нет, это слишком высоко. Ну, довольно большая будет орбита. Потому что вокруг Луны еще будут у меня вращаться разные станции на небольшой высоте. А спутник связи пусть ходит по большой орбите.
что там с ним такое? Нет контроля. Контроль утрачен. Батарейки сели. Ноль. Этот спутник не умеет. Упустил момент. Он летит. Дохлый. Дохлый летит. И больше он не включится. Попробуем, конечно, по-моему, не включится. Солнце висит задницей. И включаться он не умеет. Нет. Глухо. К запуску. Итак, пуск. Надеюсь, в этот раз все пройдет хорошо. Так глупо попасть с электричеством. Отличительная черта первых этих роботов. Они при потере электричества просто вымирают и все, и больше не включаются. То есть перед тем, как варпать, надо их повернуть батареями к солнцу. В этот раз обойдемся без шатаний. Ух, я разогнался. Нет, все, это ужас.